Здравствуйте, меня зовут Лилия. Хочу рассказать о том, как мне Давид помог справиться с коронавирусом. Заболела я, мне казалось, обычным простудным заболеванием. Может быть, и по этой причине, но течение болезни затянулось. И поэтому в больницу я попала в тяжелейшем состоянии. Уже начались обмороки. Компьютерная томография показала 75% поражения легких. Я позвонила Давиду. Давид ответил, провел сеанс. Впоследствии Давид проводил сеансы по несколько раз в день. Я не совсем адекватно воспринимала ситуацию и только слышала голос Давида. Начинаем сеанс. И я забывалась в тяжелой реальности. Постепенно самочувствие начало улучшаться. Сатурация поднялась до 97%. Потом мне врач говорила, что одной ногой я уже была в реанимации. В больнице я пролежала больше месяца. Давид проводил сеансы практически каждый день, вплоть до выписки. Слава Богу, восстанавливаться и начала даже, как я бы сказала, активно. Помощь Давида в моей ситуации была бесспорна. Его участие в моем выздоровлении имело место быть. Когда узнают, какое у меня было поражение легких, у людей округляются глаза и открывается рот. Я благодарна Богу за то, что открыл мне возможность общаться с Давидом. Я благодарна Давиду за его божественный дар, за его доброе сердце, за то, что он всегда готов помочь в трудную минуту. Дай Бог вам здоровья, дорогой мой человек.